что думаешь про свою популярность в ТикТоке? Ничего хорошего. У меня чисто вот только из-за ТикТоков. Я же рассказывал много раз. Но с 2021 года начали на улицах все подряд узнавать. То есть, если раньше меня на улицах узнавали челы, которым там да, от 16, 15, ну, 15, 16, там, до, там, не знаю, 22, то теперь меня узнают все. Челы, которым 20, 30, 40, в том числе тянки узнают. Это же хорошо, плюс тянки. Нет. Как это вообще взаимосвязано? Я говорю, узнают. Это не плюс тянки. С чего бы? Ну, так говоришь, типа, плюс тянки, будто бы все, ну, автоматически, ну, любая тянка там, ну, автоматически нужна.